Итогиннен күндіз сақым жона сақа телевидениетігер әйге берені көріғат. Студияға мен Мария Павлова жа бару өлевітер тағысты бұт өре қолық бұтыр төнінді бұт әрәрім. Олық бұт қамыты көрдірінен қаған бағар бәйбітер әрі әрелләғ біге теректәғ болық бұтыннады. Онна анан туғына бұты кемері саңа иде бағылыр кемері инвестициялырға өренер. Олық тәтіміттен ирдебілерден қалбаққа кенағаски кәскел бит туғығар олар оқтақ бұт қайда қол туғынан сихили бүйін эфирға. Сөп бігі ватсап нөмір біт, хейханан ағасты күләлір саналар ғытын, ғалжыттар бұтығар ұйтығылар ғытын, бұ экранға көстер нөмірге ұйталар оқытын сөп. Кенағаски кәншәрі біт, оғылар бұт болалар. Қаз бидді төріп біт, оғыларығыр тірі қоңырары бәхәнесті қонына кейрер жәләхі, нөріқтәхі, надақтарғыр, тұруқтарғыр дылы астара, таңастара, онына дұттын. Әлбәқ болға де, маны барытын қағаңыттан тол күйді оқтақ бұты. Төхінен әрдеттен сағалы бұттағаны отчынан үчігей. Ары чәпчеке даволуға самы сөп бұхарыны оғы төрі әтін күтті ағалыр. Маны бәйетін сөбәтін бері опыттың үлләсті бігі студия бұтыр кәлі юрист, медиатор, иделәғ, икке оғы иеті Сандара Кулаковская. Сандара, өтекіннен? Өтекіннен Мария сөйді. Че Сандара, кәпсәрі, бұ оғыларын қастыра болла инекелерігер бұ финансовай тіректәрі нейін қағаңыттан оңырғын ағалап күні? Мен оғыларым әккелер, күгін боланы өәттетер барды. Олым бейгер барды. Онын күгін бола бастан түрі үргер, мен ауыз әдәрі етім, онын білбәп болам де, түрі әті ұлатта ол әтеніне хөп болу ұрыттын ден күрдік әті. Онтын же ұлаттын істеген айы же өйді бүлкел біте бұл қайдақ, индикеті қайдақ болары, қайдақ олығының ұстықтағы, оғы туық наданы анығыл оғы. Ағы Оны күрдік, онтан бұл күрау ол бұтығар болағаны әрдеттен білер боламы түрі өттен жағымып бұд. Онан мен ғана бар білген бұл аңдай дұналан көріққа де. Аңдай дұға омық херегер түріппіт оғытығар қатшы ұрыммап болағана. Олады кеніне олық сөргі күрдік көрілі. Қайдық бол бұд кейіне, бұл кейіппетіне оғық кейден қырақтара Оғын түрі-тұғын түрәбетін кенеттен қайдағамен ғынан сударыстыға үдді-үдді-жар. Атаға тұрғырар, үйеріттерер, үйлі-берер, жеуат, жағайыр. Білген оның бұл батақ ғырынық көмек әлі дейққа. Оның бәйбет жағам матақ бұдына, бәйбет ол көлді матақ бұдына қайдақтағына табылдығат көрдік. Күчік жағам өпке таған оттауырыт сударыстыға оғылыра ден ұлапын жон сылай көлуіне де бар бұлады. Оты білейін жа қайдақ күніқ бұдынна дене, қағаңыттан туықтан ағылды. Оғы түрі үйіғіттен, жақчы оғы подросток болла дейді таққан ұчалы етаққа, енеден бұдай мүннен ағалығылар, оның құлық сұйға, түйінен әрдеттен бейі сағалы бұд өтчонон үшігейді. Оның бұл қатшы бапыруын хорығыр жон қайыр әмін білет, наға бұл қатшы бапыруын толқуды қайын, үп қатшы етақпына бай, дол етақпына жон қаячы ме, атың рис тәтші, ол сүрін болбата, ғейінден тәтшілер, оны мен әтебен олық білден тұра сүрін болбата қарайары, бей олық бұтығыр Әті әйеға бәлімдіне әжімін тұқып бұтым, пирамида Маслоу дейін бұтым. Қадыр өкірі бастылар режиссердар бұл пирамиданы? Бұл ұланы жәбілілілі американский психолог атыр бұт пирамидата Маслоу дейін кейі. Бұл кейі баға ғана атын пирамидата дейік қайып. Просто өнді әттаққа кейі тұққа талағары бұл ұлық қо келем баран дейін. Хамай маңнайғы үктелге әті күлі баға дейін. Осыны күл бейін ұға болақ бітті. Хем бір инстинктен бар, рефлекстен бар, әт қан дейін бар. Оның кейі күлі бағата дейін олады кені астағы өлі, тотоқана олыруын бағар. Тоңымуын қатымуын бағар. Ол басты күті. Иткеге болағаны күтталы оқ баға. Күтталы оқ болу бағата. Тоғайды тақы білі кейі күтталы қолырды оғыны күрутын стресс. Кейі жолы оқ болар болады. Қартшыны күтті олыс үксі сетін нәқтір. Тоғайды таққа білейін анығыл оққа аспыт өлбі қартшынан келер. Құттала оқ болу бұда мей қартшынан келер. Қасыңы күміт бейіне қайдақ боларын білбәдақ бітіне бейі күрутын күтталғылары бұд. Қайдақты ұқты маппыт, қайдақты жол дейіне, дұғы дейіне бірдәп олақ бітті. Оның қатшы дейіне бейі толқудан, әтей бапыруғы бәйбітер бұғаран, сағылан, сол бұтын оңыстыл екпетіне атын әтей бі пирамидаға ұйбыт үрдікі
бағалар бітті, жоннақ болу баға, арылы бағата, біліні бағата, еті бағалар біт көйен сеппеттер хем бір. Хетерді түгеннергер хем бір, тоқтары рәбілі тегбет күрдік, мәйдәқ күрдік, қатшақта күрдік болалар. Онан білі аңардас бәйбеттігер әрі бол баққа оғылыр бұтығар білден тұрар хамы еттін. Көрерістер, кенлер тұстарғыр оғылыр болақ бітті. Кенлерге әддеттен ұруну вапыруға күрутын тұрар. Аспықа болында мен бұға фейр оңыр бұтым, бәйім инстаграмым бар. Оны өтшіл бақ кейі сәңері еген аватағы мәе. Оғылы сәл бақ кейі көрбітеті, бәй-бәйті, ұтыспытеті. Оны соға бүне қайдық жон чақчиде интерейірген хағыла бұты біттен. Оны олағына білбәт әді біті әділілер. Бұрыс той бәні кеп сәбік күрдік әдім хана бар. Оны қайдық ұрыну қанада дейін әділілер сәп. Қайдық ағын көрі бүті қас суманаданы тоқы ұры бұты дейін. Үйерағы білден тұрар, білген үйерақ босқа болан тұрара олыс ағыян тұрар, бюджетіне месті олық күтчан ағыян тұралылар, ол кәніттен, үйерақ кәніттен же от білден тұрар. Қатар бұл ипотекалар болағына маңынайғы төлі бүрін төлір күрдіккіна қатшы ұрын оққына дәрдеттен. Онына анығы жоң болар бұғытынан мен бәйім олық күйіскен аға надыға жыбыт тоқпар, бастығы қатшы дейін. Құлы бірі мен үйрақпын бітерін кәлем барамын, оны тұғынша қамнастағы үйліға кейл бідім. Оны кейлем барамын, арай ұрбаннан жартын ұқпын бағарабын, бизнесті ұқпын бағарабын ағай, оны тұғынша қамнастағы ұқпын. Оны әргетер қатшым ұқ, таварылы ұқпын, тавар қатшы ұқ. Начальный капитал. Оны күрді, оны күнаға Ары түрген де болады. Ары түрген оның бәу болады. Ол ең боланы қолы бірі бейеға тоқ суығын, бейеға олар бұтығыр бері атығы. Аны бұны түріппіттер әтелілер, оғығыр барытын бәлемінен ұрын бердіққына оған сыналы ават. Чақчы бар сол, мен әлбәқ білер ғыл бар, бұ күқта ғылар оғылары. Қаддайыры тоқ байлар, ұғықтынан бар ғанжар күрдіктер. Де тоқыр бағырбатта, қарақтары, оттары күйіма оқ күрдік. Барда кенлерге бар, же, от, масына күрдік. Оттын, мен сана бар, оғыға аңардас бұл материалына әріттің бол баққа, өп қарчы әріттің, же, от, өттің қачы баққа бастатан тұран күске итиге. Бұл ғомта ұрық бұдыңнады. Еті әрекен неттен еті әбейтірақ болар. Еті бізің қайбаты бұд, еті түйеді қатшыны бейі күтір бұд, онтықы бұд барытап қалтайға көтен қаларға бұдың боларға тиер. Отын, сіндар әмбі финансовай грамматын ғай өпсайынан үйретерген, тарқатарғын ғалабытын хенір атты ден тірігерге әветін, оны қатшы мұнынарға қанық немалары ордуктен үбелігіне? Қатшы мұнынар инструмент ден. Отын, өпсайынан жоны итачы бәм ұрыны оғым, бәм ұрыны бұн ден бағарын алылар сөп. Олар әрі кейден кей, күннәға түбіктәк, сүйірер, көтер, ұмнан кәбігер. Автокопилкалар денлер балылар. Бейі бары Сбербанын ақпыт, Сбербан онлайн бары бұтығар бар. Оны кейдіқ бітіне бейіға копилка ден, установить копилку ден бар. Ол атақ маннық чығылаға, батча үйгі қанқасты әре, маннық күнге, батча суманы, мантан маннық келдеребін ден копилка тұрырын көбе қайып. Мейға отыр-отырын келер, сымыз келер. Бұ копилкаға батчаны ғылым, бұ копилкаға батчаны, оны қасырай бай дейбінері. Сұхойын ұрқалымын, тау дедіқа ұмнан кәйе біппін. Бәм ұлық ұғабын, бәм әппетін істәқпін дедіқа кейкен ұқпат. Хем бір ұмнар, хем бір аны бір әрге мұнымын қасыған де кейі тұрырдағына ұлыс табығастақ тиханы ұн, анығылы. Сөп, отын бұ көрәтші біт, бір ханатын әппет, бігі дөйді бұт стабиліне, хоқ ұрыт оғылыр бұтығар дейді ұрбұт қатшы бұт, барат омайан қал бұты финансистер қатшы ұрынар бар ұға хоқ тілдер, онын тоқын алаққыны? Финансистер ене дебеттер, бірді финансистер ене дебет абы олу, бағар бұқылы бұт финансистер неден көбейін сөп алғасқа деп көрдік, тоға дедаққа ұрыққу күджік бол бұта чақчы мен түріп бітіреме мен мейін бағынғат еңірс бер шоталы бітірін ол күні дүйбін, ол кәнеттен тұғыда ол қалып бұт, ол ата болағына диверсификация қоға болады. Бейіл бұттағына бір шотқа жән көбіс бітпіт. Білген ламы да мен қатшы бұтын, честі бартын бір бағынға, бір вкладқы ұран көбіс тақ бітіне, тоғыры болар түгенегер чақчы бейі ұты соттан қалық бұтын сөп, қома ең ең. Ол ең самы сүрін бірабыла бар финансовай әйгеға диверсификация дейін сақылды тәрі беп болаққа тәңінен ара сірге үлләрі дейбік күрдік. Хорғын бұ бағынға ұғағын, хорғын ол бағынға ұғағын, хорғын инвестициялығын фондовай рынаққа инвестиция тұғынан мен жоңға кәпсәтші бен бұл сәңіне кума
маганы, ландағыны дейін, хаяндағыны дейін, хорық кей болағыны, валютанындағыны жартыны, арастан, арас-арас сергек кыралан, урдаққа, бей сымыты, опсан тоқ пар сымыпыдың бартын, бір екке уқтақ бұдан, он тұқы бұд тоғы түсті де барты тоғы түйер. Ол оның бірінсіпінен бейге ламыд, арас сергек үллерен уқтақ бұд. Бұл үргілі күрдік бол батақ. Оның түхінен әлбәқ кей инструмені білер, отчынан әлбәқ кинехот эрех тураханар боллади. Ага. Ото не бил хубелилер дишта страховкала, дишта счет тарган баратан хаян даган дилер. Дион страховка хайда сенна. Страховкала лир дион счет кине хуа хвабра. Манна карта не страховкала чилер балар. Сеп карта да страховка теми хана барна. Тоо хти хана мун тоо дядка карта га бар хачи эн бен хана даган ута илик кине хим бир ол хачи га бане петир. Джон суттахан бане кайер. Оны жон білбет. Бәлері ұланынар білден тұрар, ұланын қанны қарай түйкін кейіға ғытан кіпістаққына білден тұрар, оны қайдақ түтіңінлер бәккен. Онтың өскөтін ғытан әрі алғасқа бағаныңа хүтен қалбып болағына қатшын бағын хембіт төнір үйіқтәк. Онтың страховка дейбіп болаққа банковскай вкладтарға дей, мүлін төсіз сумма егер страховка бар. Қаз бейді вкладқа ән миллион 200 егер ұппыт сумман барыта страховқалағы баған лицензиятын өтерер күлік түгенігер, баған хабылдылар түгенігер, банкрот барыр түгенігер, әйеқайты сумманы түгіндер әлілер. Толору. Толору. Олар әлі жон оны білбәкке, әланынар 5 миллионы барытын құтан кіп әлілер, 1 сірге страховқа бұд миллион 200, әйеқа миллион 200 өре берілер. 5 миллионы бетбеттер. Түхі дағаны 10-тың шотым әлбәк болуын. Әлбәк болуын қайда. Олген арастан-арастан бұл өте дезиверсификация дейін барытығы рөлелер. Өтші миллион 200-тен ұладыныры ұққына дәбетті қанына дағаны. Миллион 200 бір серге болуын. 10-тың атын ұладыдағына әлбәдіғына атын серге әріянғын әме ұқылатыңырдың ұққын. Баннар әрелләқтер, бәрелләқ баннар балылар, бары бұл батақ білден тұрар дей. Эксперт, радиен, анал рейтинговай агентство бар. Ол оны сайтқа керен көре құтын сөп, эксперт, радиенге олағына қанық рейтинақ бан қолыбыра әйіқа өпті бәрі. Хамы үддік рейтинақтарды білден тұрар сударысы білі күтті-күтті ғастағы баннара. Сбербан, Газпром бан, Лухан баннар бұтырос, Селхоз бан. Онта жон тоғыры қанытын әрі толқыдан күп қырачан баннары талар, күп қырачан кооперативтары талар. Еті кооперативтің бәді тұспа сторию деп көрдік. Қанықтағыны финансовай кенеге ағат, оқыдағыны кооперативка жон қатшығырден түбелергер дауық. Бейға қалуыбара сақасыргер ұндық бар. Бар. Наға тарғамыд. Наға тарғамыд. Олыс күске реклама барар. Оны мен кооперативтері бартын ұтар баппын, бары төйкіттер дебеппін білден тұрар. Әрі кооператив бәйтін тұтула олыс арас экономическай трукка түгенге бұғы бол батық. Қалбар қайғауыз. Қалбар қайғауыз. Қома юғы ен. Оның әлбәк бұл қолабур бар, арас тойуқтар, яркуолар бұл бары қаябыттары де. Әстебіттері, мейхал бәкілен нағатым үстуі мүліені бейсірге құпыт жон бар еті. Қолабары кооперативі туғанар біп болдаққа қылғас кемге, онына ұлған сумманы бол батақ кейі туғанын сөпті ханығын. Қолабыра мен сөз түгіншеттен әлбә ғом оғады кооперативка. Сөп. Отаты баннар қаз бейді деремнеға хуықтар болады әдделенелер. Оны бұл бір аяға сәбәйі пұпылақ қорық. Қолар семер қартшуға арығына бұн бәйім деремне. Қолар обын оны қайдағы ғытарым хөбей дейді. Онын түгі хөбелең әтей? Ота бәйті, хем бір түніс бір бан онлайн ең күрдік кенеға бәйтер бара болу дейханы бұн. Онын үтін хөпілі. Банковскай переводтен барытта білі көсті өтжер білген. Хамы опсайынан білі тұқтек көхөбі күттіла құқ банковскай перевод болы. Холобыра жонын ноғар же от атылағын баран, масын атылағын баран ұқарчынан берселілер, наличканнан деп көптуге. Оны дакаста бұ расписка ең суық болығаны ғырақан болатшы, хоро расписканы да сұйы құриятшылар. Онан банктан баңы қатшы бар бұта туғы болар болыға дей, банковска транзакция көсті өтжер. Ол оннық барары самай табығасты ақтияны. Самай табығасты. Ота те расписканы сұйы толырачылар дейтін, оны туғы бұрабылылағы тұғын. Расписка ден болағына соқуынға қаянда маңыны кірдебілден соқ, олар әрі кемттен кем қаған қағыл бұта, онына кем әбіті дейін, бұ тоғы ең ұл бұта имбарыта құрықтақ болықтақ, төңіндерер кеме құрықтақ болықтақ, төңіндерер кеме құқ болығына, кеге ірдәтіғіне бір үйер төңіндер еқтіғі. Аға. Қолы бір ұлым дейін болығына, бір үйер төңіндер еқтіғі.
Сеп. Бо яха хайгавул хоруктар инкел биттер нха чок кайды ки хати имтиетик бухарар бухандар. Дин чахчи сюраттен ки халлан туран өйдетера хайгаллах тевиттер хасандар. Отон, онна манна ми италлар касты чопчу сумманан яй урнух пынаданы ити. Арарар боллах пынаттон элбек хума барар боллах. Холобра оғынылан көрек. Кадировна презентация барды де. Ити тоқпар бет битим режиссерга. Ол презентацияға боллағына оғы холобра уонну. Тыгынчаны урдах пытына. Холобара оғыбыт төттәғы өсеп, ұяйы төттү тыгынчаны уго, онну тыгынчаны уго бұт, төттәғы оғыбыт, он ағығын толыр дере, он төт сылқал бұт. Он тұқы бұтын болан, тоғыз бірген ден, ете тоғыз бірген нағы инструмент бұл оқ бұтынады. Білген банковский вкладтар, төттү, бести бірген нақтар, кыралар. Онтан тоғыз бірген нағы бұларға жа аритча ұстықта қау сәп. Олеген болағына фондовай жергінік туғынан арас инструментлері кей туғынан сәп. Қолабар тоғыз біргені ұрдақ бұтына 14 сылынан оғыбыт 3 миллионттен таққаны ұлар. Аны тек ұрдыққа бірі арағас, бірі болағына от күйіқті, хорога дей, от күйіға құлыбарылан көрдіққа дей, бейхан мұнтан көстіп әтірақтан, ете от күйіға болағаны аңара-аңарыгар, аңара әні құпыт қартшын, аңара болағаны бірген бол бұт қатшы. Осы финансовай егеға сложный проценттен бар, ұстық біргенден өйді бүл бар, олата білі әні құпыт қартшығар біргені үрден, ол біргенна қартшы өссерден, үрден әрген-әрген білі қар түгілік білі түкінген, бүкінген ұлатырын күрдік ұлатын баран ер. Отшаларға біле тұқ вклад, қостан ұлбат вклады оңырық. Қостан ұлбаққын, қостан ұлбаққын. Оны аңырдыз вкладыра ден болбатақ инструмент әлбәк қолыбыра НСЖ ден бар, накопительное страхование жизни ден бар. Страховой компанияларға бар, қолыбыра Сбербанк страхование ден, Рилуханхоус компания, Альфа страхование ден, кейін әренек компаниялары әп. Оны тен накопительное страхование жизни денге олағына полис ұлалылар. Оға батчаса ағығыр дері қолыбыра страховкаға беге қатшы төлі бітте, ол страховка бұд сыл болы дағыны, туғыра болы бата дағыны ұмайын қалар. Оны тұқан болағына төлі бітін мүнюлы нер. Мүнюлы, мүнюлы нер үсі кірді бірғаннақ. Ұлғанны күрдәбәт жегенен әттіққа. Олар әрі әте страховой полиғын барын тұқары ән туғыры болаңын хатан түләбәт түгенгер. Страховой компания ән онығыр түлір. Олар бірі ғыр жарық түгенге, де хатан өліләбәт болан қағыр өлер сөтер түгенге. Етіндік күнін оғыларғы білі хорғота ұнызжы, хорғота вклад болуын сөп. Хорғотын сыны кумағыға кей, адыр кей, бұғарсыр кей, бұғарсыр бар кей, қайрықтайық деп күрдіп. Етек түгенге олар жон пирамидаға ең керен қалар. Оны олық құттанамын, мен кәп сейдбін жон хорғар қайыр әйін, пирамиданы кәп сейгінді қайдақты. Итегеға бұғарсың деймін. Қаянды мегеттен өрінің дебәппен жонттон барыдыптан кенеге дағы қытын сөп. Инстаграмыңға да бағылы, YouTube-ға дағыны литература бағам. Кеге бәйті өрекқа да кейірен өрінен ете сыны құмаға егетігер бұғарсыр болуын сөп дейіңі бұн. Ота те, күджік үшөйдік білбәт бұғарсыват кеға бұққыларға олыс судырғы де чәпчекі түрген бәйт бұққылан қалыққана хөп ете пирамида керен қалыққа хөп. Қанны көстіу ордық біле қайыққанадыны еді. Құттаның қанадың? Бірген доходностен бар, әтәшілерде. Доходностен. Қолуар әтәлілер, бұл ұйғы әне әйеқі 10 бірген көлеға ден. 10 бірген ұйғы қағанды көлбет. Олы қойдан көбейін сөп, барыда сылынан ағылылар, сылынан 10 біргені, сылға 10 біргені ұлаққына ол күйі күрдік. Бәттәйқай ден болар. Білеға білеген баңыр бұд 3-4-5 біргені ғылға берелер. Оны ұйғы 10 біргенден етке тақытынан қуатақты. Тоғы деді қытты ғымия. Еті барытта тоғыра инструмент, тоғыра албынағын төке дәйін пирамидалінай бар болуды, ән кәләғын өсі, атын кейін ағылағын ден болады өсі түргенік қуатақты. Ол ата бұл кейттен кейі қасығанына ғаны пирамидаға мен ғаны бұны құрғы жон білен тұран керері бітсе. Пирамида бар бұл бұты, ғаңа ғылы бұты, керек қадилер. Оны мен бәйім құлғақпын әсті бітім, оны білелері біт, саңа ғылы бұтын, оны керек сонынлар, білі қатшын әргеті қысонынлар. Білі бастықылар сүйелер дейлер. Кетчілер, құрғыр сүйелер, оны құрғытың бол батақ. Оны мен ғана бар етіндік пирамида күтті біт кейін бір төкінің күтті қастақ құрдық болар. Дейханы бұн, мен ғана бар сүреді бәт, саға кейтігер, ани, сері, оқ бұғы дейханы бұн. Пирамида дейін мен еттім, төйді барыстақ болғын, аңызғын әделеға 500 тігін жаны ұрам беребетті дейтіндер, соқ дейбін, соқ. Жон оныққа қайдары қайынады.
Это лотерея, на бирже он будет на меня нахаса билет. Дело лотерея, у которой мин турабун. Я просто останавливаю. О, лох, мы на лотерея, не так мы на лох выходим. Хайдах Джон Тиен туран биди кили, обед он на орал бег качане тынчанан. В лотерея сюяри итагайлери, атылахалари. Ол керейте кыгыевне, ол качаларын оланнар, муньяннар инвестициянан жарыттан мұттыра болар, билейлерін ханап мұттыра болар, бәтті ақай болу бітті ханым. Бұдан тоқ баллады, кәне ғаскі бітігер ұрынғы. Мақтал хандары бой еха, мақтал тыл беғота кербіт, маны ұтығым. Инстаграм сирейген дәлбей пыттар, Сандара юристен. Сандара юристен бар. Оны күнді көрі әчілер бұланғыт көрі оқытын. Сөп, Сандара мақтал еха бұл сақалы тылынан, бейі сақабыт жоны көрі үші бәдік кейімте тылынан финансовай грамотна үйретергер, тарға-таргар мақтал. Өстедек әпсе. Күнді көрәшілер бігі беріптен халғы өз. Продолжаем наш эфир. Вы смотрите ЭГЭ, посвященное финансовой грамотности. Вся жизнь онлайн с начала пандемии это явление только усугубилось. Это явление прочно вошло в нашу жизнь. Онлайн мы учимся, онлайн работаем, онлайн совершаем покупки, встречаемся с друзьями, проводим собрания. Сфера онлайн-профессий тоже очень сильно прокачалась за это время. По статистическим показаниям, больше всего онлайн-специалистов появились в сфере маркетинга, программирования, менеджмента, дизайна и аналитики. Основное удобство – можно работать с любого уголка земного шара, из дома, офиса, парка, даже с берега моря. Так, среди наиболее популярных онлайн-профессий можно назвать интернет-маркетолога, SMM-менеджера, таргетолога, копирайтера, веб-разработчика и контент-мейкера. Но не стоит забывать, что при таком образе жизни и работы очень важны самодисциплина и планирование. Прямо сейчас к нам по скайпу подключится девушка, которая освоила лично онлайн-профессию и сегодня может параллельно работать в нескольких организациях. А какой специалист нужен и крупному предприятию, и малому бизнесу? Правильно, бухгалтер. Итак, город Покровск с нами на связи, с нашей студией Елена Сивцева, удаленный бухгалтер. По техническим причинам Елена пока не на связи, но наши режиссеры... Сейчас связь наладят. Так, через несколько минут к нам подключится Елена Сивцева из города Покровска с темой онлайн-профессия. А пока у нас короткая реклама. Еще раз добрый день, дорогие телезрители, вы смотрите передачу ЭГЭ. И с нами на связи Елена Сивцева, удаленный бухгалтер, как и до рекламы говорила, сейчас очень актуальна онлайн-профессии. Елена как раз освоила онлайн-версию своей профессии и сегодня может работать параллельно на нескольких организациях. Добрый день, Елена. Добрый день всем, всех приветствую. Удаленное ведение бухгалтерии, чем же оно отличается от обычной бухгалтерии, Елена? Ну, давайте, наверное, начнем с того, что не каждый руководитель, да, пусть это будет ИП или ООО, он же ведь не хочет думать о бухгалтерии, правильно? Поэтому, когда они регистрируются в госорганах, у руководителей всегда возникает вопрос, где же найти бухгалтера? Тут, конечно же, два варианта – найти обычного бухгалтера или обратиться в удаленную бухгалтерию. И когда к нам такие руководители приходят, да, у них же, конечно, возникает вопрос, а в чем же, допустим, у вас отличие от обычного бухгалтера? Насчет того, что касается насчет отличия по бухгалтерскому учету, да, я тут, конечно, скажу, что отличий таковых нету. Потому что как бы функция бухгалтера, да, это же рассчитать налоги, зарплату, ну и, соответственно, сдать отчетность. В данном случае, наверное, я думаю, что, наверное, есть разница в порядке работы, да, и по затратам по содержанию, допустим, обычного бухгалтера, да, и удаленной бухгалтерии.
Допустим, есть такой ряд руководителей, да, которые, ну, это обычно бывают очень крупные компании с большим объемом работы, допустим, да, которые как бы не готовы принимать рабочие отношения без обычных бухгалтеров. Им как бы распоряжение, да, давать легче устно, глядя, допустим, сотруднику в глаза, видеть в полном объеме документацию, чем занимается, допустим, бухгалтер, да, ну, производить инвентаризации, допустим. Поэтому как бы обычный бухгалтер, он должен находиться постоянно в шаговой доступности от своей организации, чуть ли не круглосуточно быть на связи. И в таких случаях, да, такие предприятия, которые, допустим, содержат в штатном расписании обычных бухгалтеров, да, они же несут колоссальные, допустим, затраты по оплате труда, по оплатам пенсионных взносов, ну, и, я думаю, затраты по полному соцобеспечению. Что касается, допустим, удаленной бухгалтерии, да, удаленная бухгалтерия, тут заключается договор на оказание услуг, и данному удаленному бухгалтеру выплачивается как бы вознаграждение. Ну и, соответственно, затраты такие, как страховые взносы на этих сотрудников, да, по налогам, соцобеспечение, тут уже, допустим, руководитель, он не тратит такие, ну, затрат у него таких как бы нету. Ну, я думаю, вот такой вот отличие. А как давно, Елена, вы перешли на онлайн-формат работы? Это с наступлением пандемии связано или как-то по-другому это у вас произошло? Нет, вначале я как ИП, допустим, зарегистрировалась вообще изначально в 2005 году, и удаленная бухгалтерия у нас началась вот именно с 2005 года. Но онлайн-формат с 2005 по 2008 год, да, он был как бы иначе другой. И тут, то есть, создавалась отчетность, и эта отчетность, она как бы по каналам связи не передавалась в те моменты, да. То есть мы руководителям всю отчетность записывались на диск, раньше, если помните, были такие квадратные диски, и руководитель уже, держа этот диск, он шел, допустим, в тот же налоговый орган и сдавал, допустим, все вручную. И поэтому тут, конечно, был ряд неудобств, то есть руководители, они тратили свое время и сдавали чуть ли не один, не два дня. И поэтому как бы, ну, были такие неудобства, да. А в 2008 году такие компании, как Контур и Тензор, они нам предложили вот именно сдачу этих отчетов уже по каналам связи. И тут, конечно, работа и у нас облегчилась, и у руководителей данных организаций. Поэтому я считаю, что мы начали работать именно с 2008 года. А в чем главное преимущество вот такого формата работы и какие минусы вы могли бы отметить? Тем более с 2005 года опыт у вас большой. Да, у нас опыт очень большой, но главное преимущество в том, что во время, допустим, вот возьмем пандемии, да, она удаленная бухгалтерия может работать как бы с любого места. То есть это нужен просто интернет, компьютер, и то есть если я поехала куда-то на командировку, и человек ко мне позвонил, я могу выйти с любого места. Далее предприятия малого, как бы и среднего бизнеса, да, сегодня же не требуется собственный бухгалтерский отдел. То есть с минимальными затратами по содержанию бухгалтерского отдела, да, это может и решить и удаленная бухгалтерия. Но и в нашу задачу входят все те же функции, что и у обычного бухгалтера. Это рассчитать, допустим, налоги и все сделать в порядке, чтобы организация была в полном порядке, как бы так. А насчет минусов, да, я бы, скорее всего, назвала бы это слово как бы риск, потому что есть один вид риска, это расторжение, допустим, договора с предприятием, если предприятие не внесло, допустим, вознаграждение по договору за проделанную работу. Да. В таком случае как бы договор расторгается в одностороннем порядке, и компании уже как бы несут убытки, приходят штрафы, пени, вплоть до закрытия счетов. Поэтому, ну, вот так вот, думаю, скорее всего, риск такой есть. А в основном какие предприятия нуждаются в удаленном бухгалтере? Есть такое как-то разделение?
Нет, я думаю, разделения здесь как бы нету, но в основном нуждаются это малый бизнес, как я уже сказала, средний бизнес, то есть это крестьянские, фермерские хозяйства, индивидуальные предприниматели, ООО, допустим, какие-то маленькие некоммерческие организации. Еще же к нам обращаются просто физические лица, допустим, да, тем, которым надо сдать декларации по продаже имущества, допустим, да, по возврату денег каких-нибудь, за обучение, допустим, ребенка, по продаже транспорта. То есть не только организации обращаются такие, а еще и физические лица. Угу. Так вот. А параллельно сколько фирм можете вести? Ну, параллельно я скажу, наверное, так. Каждая уполномоченная, допустим, бухгалтерии, да, как называется удаленная, они заключают договор с такими компаниями, как Tensor и Contour. Ну и такие компании, вот именно эти компании, они предоставляют в свои пакеты. Да. То есть удаленный бухгалтер, он может выбрать любой пакет от 1 до 10 человек, от 1 до, там, до 20, до 200 человек, или, допустим, по полное неограниченное количество ведения людей. То есть главное, лишь бы у бухгалтера было время и желание работать, конечно, и, соответственно, здоровье. На ваш взгляд, перспективы онлайн-профессии, что бы вы пожелали тем, кто сейчас хочет освоить именно онлайн-профессии? Перспективы в будущем, я думаю, у этой профессии, они очень большие. Профессия, она удаленного бухгалтера, да, я думаю, никогда не исчезнет. Всегда будет востребована и в малом, и в среднем бизнесе. А тем, кто хочет работать, допустим, по этой профессии, ну, тут, как говорится, лишь бы бухгалтер был с опытом и, как говорится, в путь, лишь бы заключить договора, да. Ага. А в удаленном формате, скажите, пожалуйста, бухгалтер может ли один работать или ему нужна команда обязательно? Нет, почему? В первое время с 2005 года по 2010 год я работала совершенно одна. Угу. То есть я набрала такие компании, как ИП, ООО, маленькие компании, да. То есть человек, который даже закончил вуз, он может работать и один. Но когда приходит очень большой объем работы, да, допустим, то, соответственно, тут уже нужен сотрудник, который будет вместе со мной работать. Да. Но вам не обязательно сидеть в одном офисе. Это все может быть да, удаленно. Да, нам не обязательно. Это, допустим, как я руководитель, допустим, сижу в офисе, да, а те сотрудники, которые работают вместе со мной, они, как бы, находясь дома или на командировке, могут работать хоть откуда. Да. На данный момент расскажите, пожалуйста, какая у вас команда, сколько у вас человек, либо вы сейчас один боец? Я, допустим, как руководитель, допустим, одна, да, но у меня есть два сотрудника, которые работают именно из дома. Хорошо. Спасибо большое, Елена. Мы желаем вам процветания, побольше клиентов, с которыми риски не случаются, которые вы описали. Всего вам доброго. Спасибо за участие в нашем эфире. Удачи вам. Хорошо, спасибо. Дорогие телезрители, сейчас мы прервемся на короткую рекламу, после которой обязательно увидимся. Оставайтесь с нами. Напоминаю, что сегодня мы говорим об обеспечении своего благополучного завтра, о котором нам нужно позаботиться уже сегодня. Распределение наследства – важный вопрос, требующий особого внимания со всех сторон. Какие правила наследования нужно знать и обязательно учесть их при составлении данного документа? И как вступить в права наследования, нам расскажет адвокат Павел Стаценко в нашей традиционной рубрике «Юридический ликбез». Здравствуйте, Павел Иванович. Здравствуйте. Дорогие телезрители, я напоминаю, что вы можете присоединиться к нашей беседе, задать вопросы нашему гостю по WhatsApp номеру, который вы увидите на экране. Так, Павел Иванович, вот что можно передать по наследству и какие есть основные правила? Ну, по наследству передается абсолютно любое имущество, права.
например, интеллектуальные права, интеллектуальные собственности, в принципе, любые объекты гражданских прав, которые только возможны. Право на недвижимость, право на движимое имущество, какие-то обязательственные права, они все передаются по наследству. Касаемо правил передачи, ну, на сегодняшний день, до недавнего времени существовало три основных порядка передачи наследства. Угу. Наследование по завещанию, наследование по закону и, ну, скажем так, обязательная доля в наследовании. Угу. В случае, если имеется, допустим, было завещание, то в любом случае, даже если имущество уходило одному лицу, то определенная категория граждан получала право обязательной доли. Что это нетрудоспособные угу. дети, нетрудоспособные родители, нетрудоспособные супруги и так далее. Значит, которых да, обделить нельзя. Да, которых они получали обязательную долю не менее половины той доли, которая причиталась бы им по закону. Угу. Тем самым государство таким образом защитило, ну, скажем так, категории граждан, которые, ну, в силу определенных обстоятельств не могут сами себя содержать, или им затруднительно. С 2019 года, если не изменяет мне память, появилась новая форма завещания, не завещания, а наследственный договор. Mm-hmm. Значит, отличие его от завещания заключается в том, что завещание делается в тайне. Значит, гражданин, желая, значит, изъявить свою последнюю волю, оставляет нотариусу завещание. Этот документ составляет нотариус. И вообще все правоотношения, которые связаны с наследованием, они идут исключительно через нотариуса. Значит, оставляет завещание и в нем прописывает свою волю, кому какое имущество он передает. А наследники могут не знать об этой воле до самой смерти, до момента открытия наследства. Угу. Однако в наследственном договоре немножко другая структура. Связана она с тем, что наследодатель изначально получает согласие наследника на получение наследства и одновременно с этим может прописать условия, по которым наследник имеет право получить данное наследство. То есть что он должен сделать? Это может быть там рента с иждивением, там и так далее, содержать или еще какие-то выполнить какие-то обязательные условия, также могут прописаны в договоре. Mm-hmm. И это уже открытое. То есть если завещание закрытое, то наследственный договор является открытым. Участники этого договора, они в курсе о его условиях и договариваются, значит, таким образом получить и передать наследство. Угу. Вот основные правила, по которым существует передача наследства. Ну и одновременно надо сказать, что, как я уже сказал, все наследственные правоотношения идут через нотариуса, то есть завещание проходит через нотариуса, наследование по закону обращается к нотариусу первоначально, наследственный договор составляется через нотариуса. И в случае только уже несогласия с каким-то либо правоотношением, то есть передачи имущества, например, одному только лицу, уже стороны имеют право оспаривать в судебном порядке, значит, и заявлять свои права на наследство. Но также существует, понятно, что в любом случае переоформление прав происходит в том порядке, в котором, который предусмотрен для данной категории прав. Ну, например, право на наследование недвижимого имущества регистрируется в управлении, значит, Росреестра, и так далее. Ну, право на наследование автотранспортных средств регистрируется, ну, права уже непосредственно по наследованию регистрируются в органах ГИБДД. То есть, соответственно, для той категории прав, для той категории правоотношений, которая свойственна, значит, свойственно оформление тех или иных прав, она также распространяется на эту категорию уже через наследование. Угу. А если вот этого завещания вообще нет? Тогда наследуется по закону. Угу. По закону существует так называемая очередность наследования. Первая очередь – это пережившие супруги, пережившие родители и дети. Угу. Ну и дальше уже идут несколько категорий наследственных очередей, которые прописаны в законе. Ну, как правило, вступает в наследство именно первая очередь. Первая, вторая, там, вторая – братья, сестры и так далее. Значит, здесь надо понимать, что наследование происходит в равной степени, если мы говорим о наследовании по
закону. То есть, допустим, у человека, который умер, есть двое детей, переживший супруг и, например, один переживший родитель. Вот эти все значит, лица, они будут его имущество по закону делить в равной степени. То есть получат дети, получат переживший супруг и переживший родитель. Если только один из наследников потенциальных не заявит соответствующий отказ. Порядок определения наследства по закону следующий. В течение 6 месяцев необходимо сделать заявление о том, что вы желаете вступить в наследство и подать соответствующее заявление к нотариусу. Нотариусу подается по месту проживания умершего человека. Ну, для этого необходимо в нотариальную палату обратиться. Там вам подскажут, какому конкретно нотариусу необходимо сделать соответствующее заявление. В течение 6 месяцев. Если этот срок будет пропущен, он, конечно, может быть восстановлен, но в исключительных случаях только. Примерно такой порядок. А если вот родители в разводе, как дети вступают в права наследования недвижимостью и как распределяются права между детьми из разных браков? Ну, тут надо понимать, что если родители в разводе, это никак не влияет на права наследников детей. То есть надо понимать, что если, допустим, у родителей уже разные семьи, то в данном случае дети от одного брака и от другого брака в случае отсутствия завещания наследуют в равной степени. Супруги, конечно, которые находятся в разводе, они не наследуют, они не подпадают под категорию бывших супругов, переживших супругов, то есть на момент смерти, которые не являлись в зарегистрированном браке. Однако дети от разных браков будут наследовать в равной степени. И даже если в случае непроживания, например, совместно с семьей, или, допустим, не общение бывает такое в случае наследования, в данном случае на категорию прав не влияет. Если, конечно, через суд не добиваться, допустим, признания наследника потенциально, из другой семьи, имеется в виду, как недостойного наследника. Но это на самом-то деле отдельная категория, это требуется через суд и достаточно сложно. А если сроки вступления в наследство пропущены, что нужно делать? В данном случае есть законом предусмотрен механизм восстановления данных сроков, но для этого необходима уважительная причина. Либо болезнь, либо вам необходимо доказать, что вы не знали о смерти супруга, либо по каким-то причинам вы не могли вступить в наследство. Ну, такими, например, могут быть нахождение, к примеру, в местах лишения свободы, болезнь человека, либо, на территории, где ввелись какие-то военные операции. То есть по объективным причинам человек не мог приехать и вступить в наследство. Но тут еще, надо оговориться, что есть, конечно, ряд жизненных ситуаций, которые невозможно в эфире программы оговорить. Ну, к примеру, есть понятие фактического принятия наследства. То есть, несмотря на то, что человек, может быть, к нотариусу не заявил, но, предположим, он начал пользоваться недвижимым имуществом. Такое часто происходит, когда, допустим, дачи какие-то не оформлены, гаражи, может быть, которые часто не оформлены, у граждан остались еще, несмотря на все эти гаражные и дачные амнистии. Тем не менее, он начал пользоваться, нести бремя оплаты этих платежей и так далее, содержать это имущество прямо с момента смерти человека, то, в принципе, он может доказать, что фактически, несмотря на то, что он не сделал юридических действий, фактические действия по принятию наследства он все-таки совершил. Поэтому суд может в данном случае пойти на сторону такого наследника и восстановить ему срок на этом основании. Это если претензий со стороны других наследников не будет? Да, если не будет, да, конечно. Хорошо. При каких условиях наследство могут признать недействительным и наследника недостойным? Вот возвращаясь к вашему предыдущему ответу. Да, есть такая возможность юридическая, довольно часто в практике встречается, когда все-таки
значит, было завещание в пользу одной из сторон, ну или, допустим, когда ситуация, когда есть несколько семей, и наследодатель, значит, жил с одной семьей, ушел в другую, и, значит, завещал все вот второй, последней семье. Такое часто случается. Значит, оспаривание, значит, в случае нарушения закона при совершении завещания, чаще всего доказывает, что наследодатель находился в состоянии, которым он не мог давать полностью оценку своим действиям в силу, значит, преклонного возраста, психического какого-то заболевания, морального состояния и так далее. Но это очень, конечно, тяжело доказывается, и для этого необходима уже, конечно, профессиональная помощь адвоката. А что касается второй части вопроса, а именно недостойный наследник, это человек, который совершил по отношению к наследодателю противоправные действия, либо его других наследников, либо, значит, препятствовал реализации его воли с целью увеличить свою собственную долю в наследстве. Но, как правило, это совершение преступления в отношении бывшего наследодателя. Вернее, просто наследодателя. Вот. Такое лицо по иску других наследников могут признать недостойным наследником и лишить наследства. Тут у нас от наших телезрителей поступают вопросы. Как мне оформить свою квартиру сыну в наследство, чтобы не досталось его жене? Видимо, имеется в виду бывшая жена? Нет, скорее всего, имеется в виду настоящая жена. Ага. Но тут надо понимать, что согласно Семейного кодекса, значит, имущество, полученное по наследству в, значит, совместно нажитом имуществе, значит, не принимает участия. Ну, иными словами, все, что наследник получил от своих наследодателей, совместно нажитым имуществом с супругом не является. Даже если это произошло во время их брака? Даже если это во время их брака, значит, совершено. Тут надо оговориться, что теоретическая возможность, конечно, есть, не очень маленькая, если, допустим, будет доказано, что супруга после получения наследства, значит, совместным имуществом вложилась очень большие средства в улучшение этого имущества. Но такое вряд ли случится в отношении квартиры. Поэтому в данном случае, значит, если ваш сын не подпишет брачный договор, в котором сам перепишет все на свою супругу, при получении наследства оно в совместно нажитое имущество не будет включено. Вот еще один вопрос. Дарение между близкими родственниками через МФЦ. Кроме договора стандартного, надо ли свидетельство одаряемого подать? Он совершеннолетний или Росреестр сам проверяет через органы ЗАГСа? Ну, насколько я понимаю, что в любом случае паспорт, если человек совершеннолетний, в любом случае он при подаче заявления должен принести с собой паспорт и поставить, поэтому свидетельство о рождении не требуется. А еще такой вопрос. Имеет ли родитель завещать имущество только одному ребенку, если его несколько? Это имеет право, таких запретов нет, он имеет полное право, однако, опять же, надо оговориться, что есть ряд законных ограничений, не то чтобы ограничений, а, как я уже говорил, есть обязательная доля в наследстве. То есть нетрудоспособные дети, другие, если они будут признаны нетрудоспособными, или пережившие родители, например, нетрудоспособные, или пережившие супруги нетрудоспособные, которые не могут своим трудом, значит, добывать себе каким-то, ну, проживать, да, то в данном случае они имеют право на обязательную долю не менее половины от той доли, которая она им причиталась по закону. А можно ли отказаться от наследства и каковы правила вот этого оформления отказа? Ну, тут два варианта. Можно вообще не подавать заявление, значит, просто не прийти к нотариусу и не подать заявление, будет считаться, что вы не претендуете на наследство, то есть пропустить 6-месячный срок. Либо, если, допустим, бывают такие ситуации, когда вы хотите отказаться в пользу какого-то наследника, то пишите соответствующее заявление, также подается через нотариуса. А вот кроме имущества можно наследовать еще и долги. Как это происходит и в каких долях делится? Значит, да, действительно, вместе с имуществом делятся и долги.
значит, к сожалению, так устроена наша правовая система, но это, в принципе, и справедливо, что вместе с имуществом обязательства наследодателя они также переходят. А делятся они в соответствии с теми долями, значит, по имуществу, которое получили. То есть, если имущество было разделено по долям, то соответствующим образом в равной степени в таких же долях делятся и обязательства. В случае, если получает один наследник, то он полностью несет бремя содержания этих долгов. Угу. Если, допустим, значит, несколько наследников, то, значит, соответственно, несколько. Также это может быть предметом, допустим, какого-то либо соглашения между... Угу. А тут еще вопросы от наших телезрителей. По прошествии года со смерти родственника, как мы можем получить деньги с его карты? Ну, если у вас есть свидетельство о праве на наследование, то есть полученное нотариусом, вы обращаетесь в заявление в банк, прикладываете, значит, вот это свидетельство о том, что вы имеете право на наследование. Если по какой-то причине банк вам отказывает, ну, например, этот счет не был указан вами в качестве имущества, то в данном случае, в принципе, можете, ну, либо банк согласится, скорее всего, если у вас есть это заявление, либо если он откажет, вы имеете право обратиться в суд с требованием, значит, выдать вам соответствующие денежные средства, поскольку у вас имеется право на наследование. А налог на наследство взимается? Налог на наследство, ну, имеется в виду, если вы продаете квартиру, то раньше 3 лет, например, то да, в рамках налогового режима она взимается. Хорошо. Спасибо большое, Павел Иванович, за такой развернутый ответ, за то, что раскрыли эту тему. Спасибо большое за участие в нашем эфире. Ждем вас в следующих эфирах. Спасибо. Всего доброго, удачи вам. А, дорогие телезрители, у нас небольшая рекламная пауза. Такое финансовая грамотность. Это ведь не просто учет доходов и расходов, это еще и правильное планирование, чтобы не было черных дней и чтобы они были менее ударными для благосостояния человека и всей его семьи. Поэтому финансовой грамотности стоит обучаться. Сегодня мы пригласили в студию человека, который занимается этим профессионально, предприниматель, финансовый советник Игорь Пахомов. Добрый день, Игорь. Добрый день. Начнем с того, чем же отличается вот финансово грамотный человек от финансово безграмотного? Ну, во-первых, отличается тем, что у него нет денег, у финансово безграмотного человека. Да? Ну, по-простому скажем, каждый получает свою зарплату, да? Но как потом вот с этой зарплатой он делает, что потом он делает с этой зарплатой, вот это вот проблема. То есть если финансово, скажем, ну, безграмотные не скажем, но все же финансово не очень подкованные люди, да, которые в основном живут от зарплаты до зарплаты. Ну, это большинство практически, 90% населения России, может быть, так живет, да. Каким образом? То есть зарплату получили, раздали, значит, за квартплату отдали, за какие-то другие, значит, за сотовый телефон, оплатили кредит, ипотеку там и так далее. И в конечном итоге через 5-7 дней у них уже вот этой вот зарплаты уже нет. То есть они уже все проели фактически, да? Вот. И в конечном итоге они вынуждены уже потом, так как им нужны деньги, идти уже получать кредиты там и так далее, займы какие-то, и, соответственно, платить проценты. Вот это вот так живет очень много процентов населения в России. Да? Вот. Есть другие люди, которые достаточно финансово грамотные, которые понимают, сколько у них доходов, понимают, какие у них расходы и что делать с теми деньгами, которые у них, в общем-то, можно сэкономить, да, вот, и которые можно вложить во что-то и получить дополнительный доход. Вот это вот и называется финансовая грамотность. То есть по-простому можно сказать таким образом, что есть бедные и богатые. Вот почему они возникают. Просто бедные это имеют меньшую грамотную, то есть, ну, То есть это склад ума, да? Да, больше склад ума может быть, да, может мировоззрение такого, да. Вот. Но я считаю, что в наше время финансовая грамотность обязательна. Почему? Потому что мы живем в капиталистическом государстве, да, практически. Вот, поэтому товаро-денежные отношения – это у нас основные отношения. Да, поэтому мы должны знать, сколько у нас денег есть, сколько, как мы тратим там, и так далее. От этого зависит вся будущая жизнь.
Вообще общество у нас устроено таким образом, это общество потребления, да? Получается, каким образом? Пока мы родились, растем, нас обеспечивают родители. Потом мы начинаем, значит, жить. В течение, там, пока проживаем, мы получаем зарплату, зарплата время растет. Да, хорошо живем, мы покупаем квартиры. Нам общество говорит, купи квартиру, общество говорит, купи дачу, да, обязательно говорит, купи машину там и так далее, обязательно телевизор там крутой должен быть там и так далее, да, то есть мы идем так, как требует общество, все время покупаем, покупаем. Соответственно, у нас денег не остается на то, чтобы думать о будущем. В конечном итоге мы приходим ко времени, когда у нас мы уходим на пенсию, и какая у нас пенсия? Сколько? 15-18 тысяч пенсия, да, то есть если мы зарабатывали где-то нормально, где-то 50, 70, 80, мы привыкли к этому, и вдруг пенсия приходит, и мы живем на 15-18 тысяч, вот тут как раз и появляется, вот почему у нас пенсионеры сидят по лавочкам вот все время, да. Резкое ухудшение качества жизни, да? Резкое ухудшение качества жизни, очень правильно сказали, да, и, соответственно, мы сидим, никуда двигаться не можем. Как происходит за рубежом, скажем, в развитых странах, да? То есть пока вот человек начинает, когда работать, он начинает откладывать небольшие суммы, пусть это будет 10-20% от зарплаты, да? И их параллельно инвестирует. То есть он зарабатывает, но не все тратит, а какую-то часть тратит. И в течение вот инвестируют в какие-то инструменты. И вот эти инструменты, они дают ему в будущем возможность на пенсии хорошо жить. Да? Конечно, вот сами подумайте, 20-25 лет они работают. Если каждый, скажем, месяц по 10% откладывать от своей зарплаты, да, в конечном итоге у нас получится достаточно крупная сумма. Но при жизни мы вот эту вот сумму и не увидим, вот эти 10%, то, что мы отложили. Так как для простого человека, для любого человека 10% затрат, которые мы куда-то отложили, мы их даже и не ощутим в своем бюджете. Вот как раз финансовая грамотность и занимается как раз вот этими вот вопросами. Да? Как правильно вот эти вот отклады, да, то есть изымать вот эти деньги, как куда инвестировать, как правильно инвестировать, какие виды есть инструментов инвестирования, их очень много, да, но большинство все знают, ну, инвестировать можно в недвижимость. Так, большинство знает, что я купил квартиру и сдал квартиру, да, но в то же время никто не знает, что это самое плохое инвестирование на сегодняшний день, которое приносит всего 5% дохода годовых. Да? В то же время есть фондовый рынок, который дает 15-20% годовых, да, может дать. Вот. Есть золото, можно вкладываться. Есть другие движимые имущества, то есть купили машину, сдали в аренду. Там. И таких возможностей очень много. Скажите, Игорь, а вот сейчас многие думают, вот как разберусь с кредитами, с долгами, вот как начну обучаться финансовой грамотности, как разбогатею, вот как же правильно выйти из этой долговой ямы, ведь этот процесс может на годы растянуться. Вот тут как раз многие так и поступают, да? Вот я сперва сделаю чего-то, потом дождусь, когда у меня не будет долгов и так далее, и потом я начну как бы финансово грамотным стану, да? Нет, надо... Многие так рассуждают. Да, многие так рассуждают. Я считаю, что это подход, в общем-то, далеко не правильный. То есть финансовая грамотность, она должна быть уже внутри у каждого человека. И хорошо, что правительство сейчас приняло решение, что детей тоже будут в школах обучать финансовой грамотности. Да? Это в первую очередь нужно им. Но тем не менее, мы сегодня должны сказать, что вот, финансово грамотный человек, он правильно распоряжается своими деньгами. И если он это все правильно делает, то тогда, в общем-то, он будет достаточно хорошо жить. То есть, когда он уйдет на пенсию, у него будет уже капитал. С этим капиталом он уже может ездить по миру. Вот даже если мы выезжаем отдыхать, там, скажем, Турцию, Египет, там же очень много англичан, немцев, американцев старшего поколения, да, то есть это больше 50-60 лет. Они лежат там, отдыхают, да. За счет чего? Вот как раз они за счет того, что они вот в течение своего срока, пока они работают, они откладывали и инвестировали. Вот когда мы готовились к передаче, Игорь отправил нам слайды. Давайте, уважаемые режиссеры, покажем их. Вот как раз вот этот слайд показывает о том, что если понемногу откладывать
свои деньги, да, то к окончанию срока работы, то есть это когда пенсия наступает, угу. вот это вот у вас доходы будут намного больше, и за счет этих доходов можно будет жить. Вот так вот живут в основном большинство вот этих вот людей в развитых странах. Ага, для сравнения, вот следующий слайд. Вот для сравнения, это то, что вот как мы сегодня живем. Угу. Да, вот как только у нас... Резко наступила, да, пенсия. Резко наступила пенсия, и все. И мы живем на 15-18 тысяч, то есть проживаем. Угу. Да, вот это вот так вот живут россияне, угу. в общем-то. Угу. Да, давайте. Вот, и вот эта вот как раз вставка как раз показывает, да, вот как живут наши люди, ну вот те, которые финансово не очень грамотные, да, то есть зарплату mm-hmm. получили, значит, это левая сторона, вот левее красный, красной да? черточки, mm-hmm. да, вот это раздали все долги, раздали все расходы, которые необходимы, и опять зарплата закончилась, то есть все, денег уже нет, надо уже думать или кредит брать, или что. Правая сторона у нас показывает, как грамотные люди живут. То есть то же самое, у нас все равно есть расходы, те же самые расходы остаются, да, но мы, значит, 10-15, у кого может быть 30, если зарплата высокая, да, откладываем и инвестируем. Если мы это инвестируем с умом, то проценты, в принципе, разные виды инвестиций, они могут быть, соответственно, и кроме этого, да, кроме этого, мы можем иметь дополнительные доходы, которые тоже инвестируем, и у нас увеличивается за счет этого капитал. И за счет этого капитала в будущем можно покупать крупные какие-то покупки делать, отдыхать там в путешествиях, да, или пенсию как бы свою достаточно наработать. Да. Тут, конечно, стоит вопрос насчет вот основного ресурса mm-hmm. людей. Что такое основной ресурс? В общем-то, это время. Mm-hmm. Да? То есть время мы не можем ни сжать, ни увеличить. Оно есть, и оно все время уходит, наше угу. время. Да? Которое вот. Безвозвратно. Безвозвратно, угу. да. И, соответственно, тут встает вопрос, как же его правильно использовать. Да? Угу. Мы можем свое время использовать только на одной работе, работая, угу. да? То есть по найму. Скажем, пришел в 9 часов, ушел в 6 часов. Там. Вот мы поработали, мы не угу. можем что-то в это время чем-то другим заниматься. Да? Угу. Мы за зарплату взяли. В то же время можно иметь много еще пассивных других доходов. Пассивные это что доходы? Это mm-hmm. те доходы, которым не слишком много времени уделяется. Mm-hmm. Да? Ну, то есть я, например, работаю на одной работе, зарплату получаю. Кроме mm-hmm. этого, вот эти 10-15, там 20% я инвестирую в фондовый рынок. Mm-hmm. Один раз купил акции там, и они как бы приносят прибыль, и эта прибыль, она у меня копится, я эту mm-hmm. вот прибыль как бы не трогаю, да? Mm-hmm. Вот, вот как раз вот это самая нижняя часть вот этой формулы бедности и богатства, как бы я тут расписал, да? Mm-hmm. То есть мы увеличиваем доходы, уменьшаем расходы, вот нижние, да, вот эти. Mm-hmm. Угу. При этом у нас получается какая-то дельта, которую мы инвестируем под проценты. Mm-hmm. Вот эти вот проценты, чем больше этих процентов мы получаем, чем больше инвестируем, мы получаем больше капитал. Uh-huh. Вот если нам подумать о том, что вот это особенно важно для детей, uh-huh. ну, к примеру, у меня дочь, как бы обучаю тоже свою дочь, да, ей сейчас 19 лет, она учится в Москве, и она в 18 лет уже, ну, я с ней уже давно как бы разговариваю, в 18 лет открыла свой, значит, счет uh-huh. в этом брокер, да, брокерский mm-hmm. счет, да, и инвестирует. Mm-hmm. То есть она купила там, я на 18 лет подарил ей деньги, mm-hmm. вот 20 тысяч, да, она на эти 20 тысяч никуда-нибудь сходила, она купила акции там Кока-Колы, купила Сбербанка там и так далее. Mm-hmm. Эти акции сегодня растут и приносят ей прибыль. Ага. Игорь, вот сегодня даже нам многие телезрители писали, вот вспоминали 90-е годы, что их деньги в секунду превратились в пыль, и как вот этого избежать начинающим инвесторам? Да, вот uh-huh. это очень, кстати, хороший вопрос, да. Uh-huh. Вообще, вот, конечно, инвестиции есть риск. Uh-huh. Есть риск. И очень важно сделать так, чтобы был какой-то портфель инвестиций, то есть разные виды инвестиций. Uh-huh. Например, можно какую-то часть вложить в недвижимость, какую-то часть вложить в золото, да, какую-то uh-huh. часть вложить в фондовый рынок. Где-то что-то упадет, а где-то что-то поднимется, да. То же uh-huh. самое, скажем, по доллару.
Доллар у нас сегодня как бы упал. Угу. Вот если мы сегодня покупаем, то мы, в принципе, предполагаем о том, что доллар, он подымется. Ну, в России это у нас как бы всегда вот так происходит время от времени, да? Угу. Все зависит от цены, многое зависит, скажем, не все, но многое зависит от цены на нефть. Вот, пока сегодня есть возможность такая, достаточно низкие, хорошие курсы, да, но во всяком случае я прикупаюсь и в будущем жду, что оно поднимется, mm-hmm. да, есть такие, вот, поэтому у каждого свои возможности, вот как раз вот этим мы и обучаем финансовой грамотности, да, куда mm-hmm. можно вкладывать, как можно вкладывать, сколько процентов можно складывать и сколько вкладывать, да, и сколько процентов можно получать. Mm-hmm. И это как бы получается пассивные доходы. Вот ты работаешь, получаешь еще пассив. Mm-hmm. Спасибо Приятно. Большое, Игорь, было mm-hmm. очень интересно, я надеюсь, что нашим телезрителям тоже было полезно. Дорогие телезрители, если у вас есть пожелания для наших будущих тем, вы можете писать на наш WhatsApp номер. Игорь, спасибо за участие спасибо в нашем вам. Эфире. Наш эфир подходит к концу. И главное, помните, что о благополучном завтра каждый из нас должен позаботиться сегодня. И никакой локдаун и ограничительные меры не должны стать препятствием. Все зависит только от нас с вами и от нашей целеустремленности. А завтра в это же время смотрите образовательный выпуск ЭГЭ с моей коллегой Евгенией Арьяновой. Будет много полезной информации для родителей от логопедов. Правильное произношение звуков, как бороться с поздним говорением ребенка, как успешно подготовить малыша к школе. И это еще и много интересного в это же время завтра не пропустите. Если есть вопросы или пожелания по темам следующих эфиров, мы всегда открыты к диалогу. Можете писать на наш WhatsApp номер, который видите на экране. Спасибо большое за участие, за то, что смотрели наш эфир. Всего вам доброго. Я прощаюсь с вами. Увидимся в следующих эфирах. Финансовая грамотность — это ведь не просто учет доходов и расходов, это еще и правильное планирование, чтобы не было черных дней и чтобы они были менее ударными для благосостояния человека и всей его семьи. Поэтому финансовой грамотности стоит обучаться. Сегодня мы пригласили в студию человека, который занимается этим профессионально, предприниматель, финансовый советник Игорь Пахомов. Добрый день, Игорь. Добрый день. Начнем с того, чем же отличается вот финансово грамотный человек от финансово безграмотного? Ну, во-первых, отличается тем, что у него нет денег, угу. у финансово безграмотного человека. Да? Угу. Ну, по-простому скажем, каждый получает свою зарплату. Да, но как потом вот с этой зарплатой он делает, что потом он делает с этой зарплатой, вот это вот проблема. Угу. То есть если финансово, скажем, ну, безграмотные не скажем, но все же финансово не очень подкованные люди, да, которые угу. в основном живут от зарплаты до зарплаты. Ну, это большинство практически, 90% населения России, может быть, так живет, да. Каким образом? То есть зарплату получили, раздали, значит, за квартплату отдали, за какие-то другие, значит, за сотовый телефон, оплатили кредит, ипотеку там и так далее. И в конечном итоге через 5-7 дней у них уже вот этой вот зарплаты уже нет. То есть они уже все проели фактически, да? Вот. И в конечном итоге они вынуждены уже потом, так как им нужны деньги, идти уже получать кредиты там и так далее, займы какие-то, и, соответственно, платить проценты. Вот это mm-hmm. вот так живет очень много процентов населения в России. Да? Mm-hmm. Вот. Есть другие люди, которые достаточно финансово грамотные, которые понимают, сколько у них доходов, понимают, какие у них расходы, и что делать с теми деньгами, которые у них, в общем-то, можно сэкономить, да, вот, и которые можно вложить во что-то и получить дополнительный доход. Вот это вот и называется финансовая грамотность. То есть по-простому можно сказать таким образом, что есть бедные и богатые. Вот почему они возникают. Просто бедные это имеют меньшую грамотную, то есть, ну, То есть это склад ума, да? Как... Да, больше склад ума может быть, да, может мировоззрение такого, да. Вот. Но я считаю, что в наше время
финансовая грамотность обязательно. Угу. Почему? Потому что мы живем в капиталистическом государстве, да, практически. Вот, поэтому товаро-денежные отношения – это у нас основные отношения. Да, поэтому угу. мы должны знать, сколько у нас денег есть, сколько, как мы тратим там, и так далее. От этого зависит вся будущая жизнь. Угу. Вообще общество у нас устроено таким образом, это общество потребления. Да? Угу. Получается, каким образом? Пока мы родились, растем, нас обеспечивают родители. Угу. Потом мы начинаем, значит, жить. В течение, там, пока проживаем, мы получаем зарплату. Зарплата, время растет, растет, растет. Да, хорошо живем, мы покупаем квартиры. Нам общество говорит, купи квартиру. Общество говорит, купи дачу, да. Угу. Обязательно говорит, купи машину, там, и так далее. Обязательно телевизор там крутой должен быть, там, и так далее, да. То есть угу. мы идем так, как требует общество. Все время покупаем, покупаем. Соответственно, у нас денег не остается на то, чтобы думать о будущем. Угу. В конечном итоге мы приходим ко времени, когда у нас мы уходим на пенсию. И какая у нас пенсия? Сколько? 15-18 тысяч пенсия, да, то есть если мы зарабатывали где-то нормально, где-то 50, 70, 80, мы привыкли к этому, угу. и вдруг пенсия приходит, и мы живем на 15-18 тысяч, вот тут как раз и появляется, вот почему у нас пенсионеры сидят по лавочкам вот все время, да. Резкое ухудшение качества жизни, да? Да, резкое ухудшение качества жизни, очень угу. правильно сказали, да, и, соответственно, мы сидим, никуда двигаться не можем. Как происходит за рубежом, скажем, uh-huh. в развитых странах, да? То есть пока вот человек начинает, когда работать, он uh-huh. начинает откладывать небольшие суммы, пусть это будут 10-20% от зарплаты, да? Uh-huh. И их параллельно инвестирует. То есть он зарабатывает, но не все тратит, uh-huh. а какую-то часть тратит. И в течение вот инвестируют в какие-то инструменты. Угу. И вот эти инструменты, они дают ему в будущем возможность на пенсии хорошо жить. Угу. Да? Конечно, вот сами подумайте, 20-25 лет они работают. Если каждый, скажем, месяц по 10% откладывать от своей зарплаты, да, угу. в конечном итоге у нас получится достаточно крупная сумма. Угу. Но при жизни мы вот эту вот сумму и не увидим, вот эти 10%, то, что мы отложили. Так как для простого человека, для любого человека 10% uh-huh. затрат, которые мы куда-то отложили, мы их даже не ощутим в своем бюджете. Uh-huh. Вот как раз финансовая грамотность и занимается как раз вот этими вот вопросами. Да? Uh-huh. Как правильно вот эти вот отклады, да, то есть изымать вот эти деньги, как куда инвестировать, как правильно инвестировать, какие виды есть инструментов инвестирования, их очень много, да, угу. но большинство все знают, ну, инвестировать можно в недвижимость. Угу. Как? Большинство знает, что я купил квартиру и сдал квартиру, да, но в то же время никто не знает, что это самое плохое инвестирование на сегодняшний день, которое приносит всего 5% дохода годовых. Uh-huh. Да? В то же время есть фондовый рынок, который дает 15-20% годовых, да, uh-huh. может дать. Вот. Есть золото, можно вкладываться, есть другие движимое имущество, то есть купили машину, сдали в аренду, там и таких возможностей очень много. Uh-huh. Скажите, Игорь, а вот сейчас многие думают, вот как разберусь с кредитами, с долгами, вот как начну обучаться финансовой грамотности и как разбогатею, вот как же правильно выйти из этой долговой ямы, ведь этот процесс может на годы растянуться. Вот тут как раз многие так и поступают, да? Uh-huh. Вот я сперва сделаю чего-то, uh-huh. потом дождусь, когда у меня не будет долгов и так далее, uh-huh. и потом я начну как бы финансово грамотным стану, да? Uh-huh. Нет, надо... Многие так рассуждают. Да, многие так uh-huh. рассуждают. Я считаю, что это подход, в общем-то, далеко не правильный. То есть uh-huh. финансовая грамотность, она должна быть уже внутри у каждого человека. И хорошо, что правительство сейчас приняло решение, что детей тоже будут в школах обучать финансовой грамотности. Mm-hmm. Да? Это в первую очередь нужно им. Mm-hmm. Но тем не менее, мы сегодня должны сказать, что вот, финансово грамотный человек, он правильно распоряжается своими деньгами. Mm-hmm. И если он это все правильно делает, то mm-hmm. тогда, в общем-то, он будет достаточно хорошо жить. Mm-hmm. То есть, когда он уйдет на пенсию, у него будет уже капитал. Mm-hmm. С этим капиталом он уже может ездить по миру. Вот даже если мы выезжаем отдыхать, там, скажем, Турцию, Египет, там же очень много англичан, немцев, американцев старшего поколения, да, то есть mm-hmm. это больше 50-60 лет. Они лежат там, отдыхают, да. Mm-hmm. За счет чего? Вот как раз они, за счет того, что они вот
в течение своего срока, пока они работают, они откладывали и инвестировали. Вот когда мы готовились к передаче, Игорь отправил нам слайды, давайте, уважаемые режиссеры, покажем их. Вот как раз вот этот слайд показывает о том, что если понемногу откладывать свои деньги, да, то к окончанию срока работы, то есть это когда пенсия наступает, вот это вот у вас доходы будут намного больше, и за счет этих доходов можно будет жить. Вот так вот живут в основном большинство вот этих вот людей в развитых странах. Ага, для сравнения, вот следующий слайд. Для сравнения, это то, что вот как мы сегодня живем. Да, вот как только у нас резко наступила пенсия, и все. И мы живем на 15-18 тысяч, то есть проживаем. Да, вот это вот так вот живут россияне. В общем-то. Да, давайте. Вот, и вот это вот как раз вставка как раз показывает, да, вот как живут наши люди, ну вот те, которые финансово не очень грамотные, да, то есть зарплату получили, значит, это левая сторона, вот левее красной черточки, да, вот это раздали все долги, раздали все расходы, которые необходимы, и опять зарплата закончилась, то есть все, денег уже нет, надо уже думать или кредит брать, или что. Правая сторона у нас показывает, как грамотные люди живут. То есть то же самое, у нас все равно есть расходы, те же самые расходы остаются, да, но мы, значит, 10-15, у кого может быть 30, если зарплата высокая, да, откладываем и инвестируем. Если мы это инвестируем с умом, то проценты, в принципе, разные виды инвестиций, они могут быть, соответственно, и кроме этого, да, кроме этого, мы можем иметь дополнительные доходы, которые тоже инвестируем, и у нас увеличивается за счет этого капитал. И за счет этого капитала в будущем можно покупать крупные какие-то покупки делать, отдыхать там в путешествиях, да, или пенсию как бы свою достаточно наработать. Да. Тут, конечно, стоит вопрос насчет вот основного ресурса людей. Что такое основной ресурс? В общем-то, это время. Да? То есть время мы не можем ни сжать, ни увеличить. Оно есть, и оно все время уходит, наше время. Да? Которое вот. Безвозвратно. Безвозвратно, да. И, соответственно, тут встает вопрос, как же его правильно использовать. Да? Мы можем свое время использовать только на одной работе, работая, да, то есть по найму. Скажем, пришел в 9 часов, ушел в 6 часов. Там. Вот мы поработали, мы не можем что-то в это время чем-то другим заниматься. Да? Мы за зарплату взяли. В то же время можно иметь много еще пассивных других доходов. Пассивные — это что доходы? Это те доходы, которым не слишком много времени уделяется. Да? Ну, то есть я, например, работаю на одной работе, зарплату получаю. Кроме этого, вот эти 10-15, там 20% я инвестирую в фондовый рынок. Один раз купил акции там, и они как бы приносят прибыль, и эта прибыль, она у меня копится, я эту вот прибыль как бы не трогаю, да? Вот как раз вот это самая нижняя часть вот этой формулы бедности и богатства, как бы я тут расписал, да? То есть мы увеличиваем доходы, уменьшаем расходы, вот нижние, да, вот эти. При этом у нас получается какая-то дельта, которую мы инвестируем под проценты. Вот эти вот проценты, чем больше этих процентов мы получаем, чем больше инвестируем, мы получаем больший капитал. Вот если нам подумать о том, что вот это особенно важно для детей, ну, к примеру, у меня дочь, как бы обучаю тоже свою дочь, да, ей сейчас 19 лет, она учится в Москве, и она в 18 лет уже, ну, я с ней уже давно как бы разговариваю, в 18 лет открыла свой, значит, счет в этом брокерский счет, да, и инвестирует. То есть она купила там, я на 18 лет подарил ей деньги, вот 20 тысяч, да, она на эти 20 тысяч никуда не будет сходила, она купила акции там Кока-Колы, купила Сбербанка там и так далее. Эти акции сегодня растут и приносят ей прибыль. Игорь, вот сегодня даже нам многие телезрители писали, вот вспоминали 90-е годы, что их деньги в секунду превратились в пыль, и как вот этого избежать начинающим инвесторам? Да, вот это очень, кстати, хороший вопрос, да. Вообще, вот, конечно, инвестиции есть риск. Есть риск. И очень важно сделать так, чтобы был какой-то портфель инвестиций, то есть разные виды инвестиций.
Например, можно какую-то часть вложить в недвижимость, какую-то часть вложить в золото, да, какую-то часть вложить в фондовый рынок. Где-то что-то упадет, а где-то что-то поднимется. Да? То же самое, скажем, по доллару. Доллар у нас сегодня как бы упал. Вот если мы сегодня покупаем, то мы, в принципе, предполагаем о том, что доллар, он подымется. Ну, в России это у нас как бы всегда вот так происходит время от времени, да? Все зависит от цены, многое зависит, скажем, не все, но многое зависит от цены на нефть. Вот, пока сегодня есть возможность такая, достаточно низкие, хорошие курсы, да? Но, во всяком случае, я прикупаюсь и в будущем жду, что оно поднимется. Да, есть такие. Вот, поэтому у каждого свои возможности, вот как раз вот этим мы и обучаем финансовой грамотности, да, куда можно вкладывать, как можно вкладывать, сколько процентов можно складывать и сколько вкладывать, да, и сколько процентов можно получать. И это как бы получается пассивные доходы. Вот ты работаешь, получаешь еще пассив. Спасибо большое, Игорь, было очень интересно, я надеюсь, что нашим телезрителям тоже было полезно. Дорогие телезрители, если у вас есть пожелания для наших будущих тем, вы можете писать на наш WhatsApp номер. Игорь, спасибо за участие в нашем эфире. Наш эфир подходит к концу. И главное, помните, что о благополучном завтра каждый из нас должен позаботиться сегодня. И никакой локдаун и ограничительные меры не должны стать препятствием. Все зависит только от нас с вами и от нашей целеустремленности. А завтра в это же время смотрите образовательный выпуск ЭГЭ с моей коллегой Евгенией Арьяновой. Будет много полезной информации для родителей от логопедов, правильное произношение звуков, как бороться с поздним говорением ребенка, как успешно подготовить малыша к школе. И это еще и много интересного в это же время завтра не пропустите. Если есть вопросы или пожелания по темам следующих эфиров, мы всегда открыты к диалогу. Можете писать на наш WhatsApp номер, который видите на экране. Спасибо большое за участие, за то, что смотрели наш эфир. Всего вам доброго. Я прощаюсь с вами. Увидимся в следующих эфирах.